едем по российским просторам и решили остановиться и вот зафиксировать этот момент. Голубое небо, солнышко светит очень ярко и приятно, тепло. Поэтому мы в майках с коротким рукавом. Зеленая трава, красотища неописуемая. А собираемся сейчас полететь на Чукотку. Ну, сейчас буквально там часов, может, через 5-6 мы уже сядем в самолет и полетим. Качается ночь, как смоленая лодка. Колючие звезды держа на весу. Чукотка, это ты, Чукотка, это ты косынкою снежною машешь внизу. Чукотка, это ты, Чукотка, это ты косынкою снежною машешь внизу. Для меня это загадочный край, поэтому никаких особых ожиданий нету. Я хочу завтра открыть глаза и очутиться совсем в другой ипостаси. Итак, ребята, это аэропорт столицы Чукотки, Анадырь. И вот туристы из континента, из Тамбова, из Москвы, такие довольны, с чемоданами, в предвкушении. Вот Нижний Новгород. Сейчас, наверное, еще там пару появится. Это Михаил, руководитель наш. Вот Димка, Нижний Новгород. И вот Валерка, кум мой, Тамбов, Российская Федерация. Прибыли благополучно на Чукотку. Все только начинается. Сейчас мы проведем первый главный ритуал. Когда мы появляемся на новом месте, на новой земле, Андрей, открываем новую бутылку сакральной жидкости, мы обязательно должны провести обряд кормления духов. Прежде всего мы кормим духов. Дух Святой. Наливаем сюда, потом мы отщипываем от мяса кита, от лосося и от малого лососевых, от всего, что будет. Мы отламываем по чуть-чуть, кладем это. И вот давайте вот мы откроем окно. Потому что сдух. Да. Добрый, я злые вышли. Окно не открывать, мастер. Духи решили, что это мало, ты им наложил. Значит, кормим мы их здесь. Люди сюда приезжают и говорят, там у нас вот программа, мы должны там сделать то-то. Проходит несколько дней. Люди, сказать, вначале бьются в отчаянии, что вроде как ничего не получается. Да, потом они упираются в какую-то там проблему, потом они расслабляются, и потом все происходит так, как надо. Но и наступает понимание, что время здесь абсолютно другую ценность имеет. Да? То есть здесь люди живут вне времени. Я уверен, что через несколько дней, то есть вы настроитесь на правильную волну, и вот вы ощутите настоящую Чукотку. Ура! Это настоящий чукотский иранга. Теплая пижама, до свидания, мама. Я теперь полярник, важный человек. Пусть так, я не рассержен, пусть так, все решено. Хоть я был не сдержан, но теперь уж все. Ожидают нас чудеса, приключения, много радости. А двигаемся мы на ту сторону лимана, сейчас в аэропорт. Сядем на борт самолета, и который принесет нас в бухту Лаврентия. За полярным кругом, по совету друга, положу я сердце на холодный снег. Теплая пижама, до свидания, мама.
Три минуты, смотри сколько. Чувствуется, кто больше всех проголодался. Завидуйте, тамбовские грибники, завидуйте. Мы находимся в столице китобоев, в поселке Лорино. И завтра мы выдвигаемся в самую восточную точку Евразии. Мы с Дежнёва. Твоя пижама, до свидания, мама, я теперь полярный, важный человек. Добрались до мыса Дежнёва. Вот памятник ему находится на горе. Ребята, блин, вообще. В середине 17 века этот человек прошел через этот пролив. Даже не верится. Потом 100 лет об этом ничего не знали. Мы нашли на краю случай, земли. Нашли с такой историей. Сейчас будем пытаться сюда взобраться. Посмотрите, здесь ледник, вечная мерзлота. Снег не тает даже летом. С этого места начинается день, да, то есть отсюда приходит солнце. Самая восточная часть России, Азии, Евразии. Слава Семеновичу Дежнёву! Ура! 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 Слава первооткрывателям! Ура! 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 Граница России, граница Азии, граница громадного материка Евразии, безбрежный Тихий океан и Берингов пролив. Что-то мы слышим какие-то звуки подозрительные на кухне. У нас здесь работает комбинат общественного питания. У станков заступила смена, которая готовит моржатину, китятину, грибы, рыбу. Все собственно добытое, теперь будет собственного приготовления. Это какой кит? Это серый. Гренландский или серый? Нет, это серый. Гренландского мы еще пока не помним. Да, похож на это, на серого, действительно. На серого, отличаюсь, да? Вот. Это у нас морж, более темное мясо. Это Андрей. Андрей, это Андрей, это морж. Покажи, Андрей, морж. Смотри, какой темный, да? А вот тут еще запасы. Вот березовики. Ну вот, немножко совсем. Можно с этой командой дальше продолжать путешествовать? Нужно. С этой командой нужно, и ничего не стоит бояться, особенно смерти от голода. Ни в тундре, ни в тайге. Посмотрите, ой, запах, ребята. Кто бы видел, вот кто бы жарим. Слышал, кто бы чуял китовые котлетки, блин, представляете? Видите, они серые. Почему? Почему серые котлеты? Потому что это мясо кита. Серого оно кита. Серого кита. Начнем с того, что Чукотка – это единственный регион в России, где у нас добывают китов. Поиск, погоня, охота, транспортировка, разделка, распределение населению мяса.